Георгий, Париж. Потому что мы его на продажу наверное. Да, всем привет. Да, Алина и Тексер у нас, так сказать, в коопе. Ну что ж, поехали дальше. Маэстро Тексер и бешеная курица. Как там в одном видео было. Да, я видела. Мы с Гулей приехали. Конечно, самокритично. Что там уже один ощупать побежал, они еще мелкие. Юмор, юмор. Слушай, вот этот вот, он явно меньше. Ну-ка, подожди. Да, но он меньше, но на них не написано. Вот смотри, он меньше, сравни вот этого и вот этого. А этот уже прям такой. Ну слушай, когда его есть пора? Хорош свинок трогать. Так, ну у них вот еда, вода вроде есть. Ну. Фигово, что на них не написано, да, там какой-то возраст, не знаю. Ну, куриц вроде тоже есть, а вот не знаю, это мы насыпать? Да. Или оно у них такое прям изначально было? Нет, это мы насыпали, когда... Я насыпала, естественно. Последнее. Ну, ты пока не насыпай, надо посмотреть, вот эту штуку насыпает им сама зерно или нет. Слушайте, так если давайте... Если нет, то нам других пять не строить. Так слушайте, а давайте вот этот откроем. Корм. Там корм закончился у, у хряков. Погоди, 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 им эта штука должна насыпать, погоди. Погоди, не насыпай. А, ну все, ладно. Слушайте, а может быть маленькие разрушим? Я просто тут тогда поставлю. Там есть, погоди, или нету. Да нет, по-моему, зажмите, есть корм. Зажмите Е, наполнить кормушку едой. У меня написано. Ну, у меня-то там тоже написано. А, так это мы плюс 50 отдали. За что? За то, что наполнили кормушку едой, нет? Так мы уже денег отдали за то, что нам этот бак наполнили. Где нас хранилище? 300 баксов. Заполните 300, у меня написано. Ладно, я заполнил 300. Это что, они предыдущие заполнения сожрали, что ли, все? Ну, получается, что так. Наверное. Так мы вот когда записывали, получается, в предыдущий день заполняли эту страницу. Потому что мы перед концом записи все это сделали. Ну ладно, посмотрим, как-то это странно все. А вода сама наливается, да? Вода сама. Так это сама должна. Да. Ну, должна, если она заполнена. Как они цыплятки цеплячутся. Так Тексер делал заказ на этот. Я пойду какашки уберу. Тут на три цыпленка, кстати, у нас. Да, они плодятся. Ну хорошо же. Не-не-не, не три, вру, четыре. Слушай, а там яйцо еще стоит одно. А оно не пишет, сколько там народу сидит, да? Так слушай, как хранилище открыть, а? Что открыть? А хранилище-то как открывается оно? Оно не открывается, в том-то все и дело. Оно купается, когда нажимаешь. Вот я нажал на него, купил на 300 еды. На него? А почему я нажимаю, не могу купить? А потому что оно уже полное, только что купили. Ой, а тут, смотрите, тут можно только маленький курятник поставить и курятник среднего размера. И все. А, вот здесь вот, да. Там у него места меньше. А вот справа от него можно большой поставить. Ну, не большой, а вот этот вот, комфортный как бы. Сейчас. Да, дорогой курятник. Давайте дорогой курятник зафигачим. А у нас написано, что давайте зафигачим. Так не, слушайте, у нас баланс 89. Так, богатые. Поехали охотиться. Давайте этот... вон мясо здесь. Пока не будем. А, яйца, да, давайте. Это мало. Да и что, да какая подожди, разница? Подожди, давайте, может быть, тут найдем. Нету, я смотрел, Алина. Нету? Не, да, может это... Видимо, мы перед тем, как выйти из игры, все посмотрели. Все, едем. Поехали. Так сколько нам... Давайте смотрите, нам нужно... Давайте тогда в магазин, а потом в этот. Так да, смотрите, строите. Нам нужно для машины 1000 с чем-то, да, по-моему, она стоит для перевода? 2300. 2300. С чего вдруг-то? Ты хочешь большой? А зачем? Ага. Если... Так да, если перевод... Большой. Так нет, если здесь получается нам корову купить и еще что-то, и все, и на этом игра, в общем-то, заканчивается контент, то проще купить какую-то машину, чтобы перевезти одну корову и все. Если не снимаешь корову, с пикапом можно перевезти. Грузовик надо. Мы крутые фермераки. Да, мы охотники, а не фермеры. Симулятор охотники. Мы будем фермераками. Фермераками. Фермераками мы будем, да. Фермераки, да. Не, просто если брать, что, ну контент закончится. Он, конечно, закончится, но потом-то разработчики будут еще допиливать. Ну. Поэтому если брать, то самое лучшее, о чем мы будем. Деньги тратить. Это представь, сколько денег уйдет. Так, в пустоту. Сначала такую машину, потом другую машину.
Все машины надо не купить. Напасешься. Ну, не каждому знаю, не знаю. По две. Короче говоря, по две. Да, я, короче, корзину пока здесь оставляю, потом все равно будем сюда приезжать. Мы же сюда вернемся. Может, да. Бомжи 270 денег у нас, так. И... Корова 650 стоит. 650 корова, да? Хорошо. Не. Так, а нам надо, наверное, будет увеличивать еще амбар, там же можно будет увеличивать. Его расширить. Нам надо сначала все расширить, все хорошо сделать, а потом уже... И, Текс, купи патроны. А, ты не ушел уже? Я уже вышел. А зачем? У нас вроде есть. Но... Ну, у нас есть, у маэстро нет. У меня 30... Ой, или сколько там? 60 патронов всего. А куда тебе больше-то? У меня 36. Да, но... у меня тоже что-то не так много. А, ну значит 36. Так я же говорю, давайте сейчас патроны тогда надо купить. Куда тебе больше-то? Я пойду за патроны. Покупаю, я все заберу. Нам строительный магазин. А почему эта фигня постоянно тут появляется? Ну. Все, спасибо. Да у нас там денег особо не надо. Все, давайте пошлите. 78 теперь. Давайте в этот магазин, который автомагазин. Там медведи как раз. Вот за медведи. Медведи он строительного живут. А, да, да, да. Строительный. И еще возле, не знаю, как называется, вот там, где забор по кругу. Ну, это рядом со строителем. О, олень слева нам надо. Олень. Так, не, так давай подожди. Медведи. Че? Олень, потом, по-моему, дает два всего лишь. Дает. Три. Три. Поехали к медведям. А медведь четыре дает. Медведь четыре, да. Лучше давайте медведи, а потом. Все равно олени здесь, около этого магазина, водятся. Ну, потом мы их пристрелим. А думаешь, он 2 дает? 10 старушек уже рубль. Так, ну как так, смотрите, медведы. Медведы. Они в прошлый раз меня очень хорошо ели. Да, прикол, если они еще не заспавнились. Да ладно, ночь прошла. Вон медведь. Как его, как ты его агрил? Очень просто, я в него стрелял. Да, стрель... О, блин, я не попала. Стрельни в него, он за тобой побежит. Я, видимо, то ли не стреляю, то ли он там уже коньки отбросил. Да он живой. Живее всех живых он. Сейчас заряжусь, я ему попаду. Слушайте, он попой ко мне стоит, я не могу так определить, живой он или нет. Да он живой. Так там... хватит в него стрелять. Во, так вон, с другой стороны его, сбоку, беги сбоку загоняй. Беги ко мне, собака. То есть он через забор кусается? Не, надо через большую дырку в заборе стрелять. Ой, ладно. Ай, ты меня я убил! Тебе... А, это да я? Нет, тебе... он кусается без забора. Я тебя не нет, могу он убить. Уже... Он уже в ожидании возрождения. Вот и давай. Ожидай и возрождайся. Так, Алин, я тебя убить-то не могу. Здесь не убивается. Да. А как ты меня убить не можешь? Ну, да тебя, я же это же говорю, медведь. Медведь умер. Медведь умер уже. Ну, вот смотри, я сейчас тебя... Он уже падал. Так, я сейчас вот тебя встрельну, и ты сейчас увидишь. Ну, давай, давай, стреляй. Сейчас, подожди, где тут? Так, а где еще медведы? Чё ты только один-то? Вот, смотри, я сейчас вот буду стрелять. А, да, и слушай. И я умерла, да. А, слушай-ка. Именно. Интересно. А, чё-то... Подожди, а что, разрабы, что ли, поправили? Раньше вроде бы не было такого. Вроде да, вроде не было. Так, вы этого утащили, медведа? Не-не-не, там еще два куска, по-моему, осталось. Я что-то не вижу. Вот они. А медведов что-то нету. О, есть. Есть. А еще есть. А, я туда целилась. Кто не успел, тот опоздал. Да. А почему она у меня садится так странно? Куда? В машину. А как странно. Очень странно садится. Очень. Блин, блински, а? Блин, блински, блин, блински. Так, два медведа. Так, где-то так еще странно распределено. Они у этого, еще у озерца ходят. Не, тут озерочек должен быть третий. Да? Ну, тут три медведа всегда было. Ну, один в заборе, два на улице. Да. Так, но не забывай, что мы же их убивали, и, возможно, они еще только не респаунят. Только эти два отреспились.
Да нет, это не рис. А может быть здесь еще какой-нибудь медведь ходит? Ну вон там вот. За забором, например. Да не видно. Тут кто-нибудь пробовал плавать? Тут персонаж так странно плавает. Очень не странно. Пробовал, ну его, еще утонет. Ну что, куда дальше поедем? Так он не плавает, он, по-моему, мы ходит только. Мы до магазина-то не доехали. Да. Да, пошли. А это не те же медведи, что устроили магазин? Нет, нет. Не-не-не-не-не. Там другие абсолютно были. Да, уже вечер, кстати, вечереть. Неожиданно. Да и нам мясо, мы, наверное, не сможем все мясо ставить. А повозим туда сюда. Ну да. Просто магазин-то вот он рядом. Просто магазин. Это могут быть те же медведи. Да, а слушайте, подожди, ты куда-то не... Ну, они тут были, медведи. Может быть, мы в тот раз с утречка поехали медведей выносить? Нет, ну, так, слушай, может быть... Минимум 5-6 медведей тут должно водиться. 5-6. Да, так подожди. 10-20. Так... Нет, ну серьезно я тебе говорю. Так смотри, Тексер, если бы это были те же самые, то непосредственно там же мы убили сколько? Одного всего лишь? Едь, вот. Сейчас закрой. А мы до этого, сколько тут мясо уходило? Три медведя возле вот этого строительного магазина. Ну, мы сейчас двух, ну, не знаю. Ну, нет, видишь, нет никого. Не, подожди, там двух. Там возле дома спавнится вот этого, с забором. Да, на в заборе. И спавнится рядом с этим магазином. Ну, ладно. Поутру приедем, проверим. Нам все равно охотиться еще. Да. Охотники. Да. И оленя надо было ловить. Надо в магазине купить корм. Для кур. Да, кстати. А у нас пара мешков есть. Ну, у меня... У нас пара мешков и есть, да. Подождите. До утра хватит. А вот эту, что мы... А что вот эту покупали, какую-то силос... А вдруг хряков надо будет хоронить? А хрен узнает, как оно работает. Оно непонятно работает вообще. А силос для кур разве не работает? Ну, непонятно. Пока мы не понимаем, да, как это все делается. Это странно. Быстрее. Я не выйду отсюда, пока не продам все мясо. Ну, пробую корм. А он не закрывается, пока я тут. Не, серьезно, пока кто-то здесь стоит, магазин не закрывается. Стоит. Закончить сидеть, мясо у тебя есть, все хорошо. Так, а мы по времени столько же, как в прошлый раз будем, да? Ну, да. Посмотрим, как получится. Может, мы как быстрее купить? Закончим. 280 в копейки. Да? Ну, если раньше, то это понятно, что раньше. А я имею в виду, если позже, корзина, то будем ли дальше. Ну, у меня стрим еще сегодня, поэтому... А... Выносите за дверь. Так, ну что, а сегодня в этот... Вечером в 6 в этот... Valheim, да? Да, Valheim, да. Блински. Чё? Да сколько всего сегодня? Чё, ерунда? Ерунда. Мне ещё краситься. Краситься. Зачем тебе краситься-то? А чё вы стоите? Зелёная будет. Блин, корзинка так хорошо стоит, хрен поставишь. Да, блин, так вы поверните эти мешки-то. Повернули. Так не, здесь вот... Блин, ну ладно. Вы все равно не так поставили. Все норм поставили. Да, все влезло. Ну, полбакочно. Если влезло, значит все хорошо. Слушайте, странно, 8 часов, и здесь такая темень. Тропики. Да, уж точно. Темень, темновая. Так, у нас сейчас маэстро фокусировать на переезде. Или не получится. Я буду стараться. Хватит. Постарайся. Да, хватит на моим персонажем издеваться. Ой. Очень интересно. Это эксперименты. Да. На благо всех. Я вообще могу машину перевернуть. Так что не забывайте. Перевернуть как? Смотрите, берем вот так вот. Ага. Блин, зараза.
и я попробую. Попробуй. И вообще пошли. Да, я тоже не могу заполнить. Пошли ночь проматывать. Так, я, так у всех, по-моему, потому что вот сколько... Так они обожравшиеся до отвала. Они нажрались и спят. Ну да. Так, а подождите, а как... Смотрите, если вы говорите, амбар нужно раз это расширять, так его не расширить. У него уже все. Почему? А почему? Он с другой, с противоположной стороны расширяет. Сзади он расширяет. Он сзади расширяется. Сзади, блин, я думал. А, все, я нашел, я понял. Увеличить размер амбара, 125. Ну не надо увеличивать сейчас, нам надо бы этот понятно. Построить. Курятник? А, мы сейчас его и не построим. Мы не построим, денег нет, мы бомжи. Так, все. А сколько? 300. Ага, да, давайте, давайте. Я бы еще хотела дом улучшить, чтобы у нас дом был крутой. Ну, у нас, видишь, только доход и еда добывается как-то. Но мы сначала это все сделаем в бизнес вложим, а потом уже... Да. Да. Ну, а нам-то тоже до хрена надо всего. Это я знаю. Ох ты как! Я телепортировался к амбару. Молодец. Вот так вот я проснулся. Класс. А можно вообще дом улучшить? Нельзя. Слушайте, они. Не-не-не, Текс, да. Они, по-моему, все-таки автоматически наполняются. Да мне тоже кажется, что не заполняется. Нет, она автоматом заполняется. Ну, руками я не могу заполнить. Да, так что. Куриц то же самое, у куриц тоже полная. Я полезла наверх. Я не могу полезть. Тоже? Не полезть, наверх нельзя делать. У куриц тоже. Куриц полная. Кур полная, полная, потому что я ночью им заполнила все. Ночью вставал ночью. И не голодали. Нет, ну когда мы приехали, я имею в виду. Так что, проверять-то будем, нет? Да, нормально. Яйца сначала проверяем, а потом кладем. Ой, так... блин, противные какие, а? Тогда ну, я... Да. Ну, проверяйте, я там буду стаскивать туда. А, тут все кончилось? Да. Я что-то ничего не вижу. Вот так. Ну, те, которые внутри высиживают. Надо от первого лица ставить. Да понятно, но не всегда. А ты хоть раз Златков видел такое насиженное? Я... А, пока нет. Вот я не теряю надежды. В лотках такая, на продажу. Слушайте, давайте, да, лотки, наверное, Златков будем просто продавать, а все, что в курятнике, внутри. Тогда курятник, уж... они так это все высиживают и гоняются потом за ними. Да. Со мной именно, да. За тобой. За кем еще-то? За кем еще можно гоняться? Он, кстати, у нас там птенец, по-моему. Если у я нас не ошибаюсь. Там 4 штуки, по-моему, было вчера. Да, 4 было. 4? А, да, все вижу. Цыпленка. 4 цыпленка. Надо это ему тут почистить. Вот маэстро залезает, хоть бы какашку одну убрал. Вот я с чем и занимаюсь, собственно говоря. Он с коварными планами похитить что-нибудь залезает. Ты же... И в кормушке что-нибудь подливать. Ты же ничего не делаешь, вот приходится за тебя. Конечно, я ничего не делаю. Какашка на этот залезла уже. Залезла? Ай, на поддон. Залезла. Я его с той стороны... Да, и веду залезла. Слушайте, ну тогда... Коварная какашка. Ну чё, слушайте, картинку берём и на... Да нет, слушай, картинка, да, там смысл на 6 рублей этих. 6 чё? Монет там продавать смысл. А, ну а чё бы нет? Так а картинка занимает место, потом же этот, нам же что-нибудь везти. Ну ладно. Чё, без яиц сегодня? Давайте, да, мясо сегодня попродаём. Да. А завтра яиц насобираем. Как насобираем и сколько? В общем, короче говоря, начинаем с оленей, которых мы видели. Да? Может, да быть, кого увидим? Медведи просто. Кого увидим, того увидим. Так олень-то у нас как раз по пути до магазина. Олени, они, видишь, они на тебя не бегут, они, блин, убегают. Да, ну... а медведи с тобой гоняют. А да, но олень-то как раз рядом с магазином. Ты куда, заправляться? Нет. Погоди, я новую дорогу придумал. А, тут дороги нет. Почему, есть дорога? Там не заправишься. Не, у нас еще полбака. Ох ты, она и на деревьях уже подпрыгивает. Да. На камнях. Ну ладно, я не теряю надежды, маэстро. А, ты меня все вытряси из машины пытаешься? Да.
Это его коварный план. Коварный план, да. План. Так. Там туннель. Я так понимаю, кстати, туннель где? Там будет, наверное, скорее всего, расширение карты. Ну, как-то странно, зачем? Там ну, будет в смысле? Переезд в другой город. Ну, типа, это, я да так понимаю, это... Ну, эту карту они, наверное, скорее всего, замутили, типа, для начала, типа, раннего доступа, а дальше, может быть, развивать тут будет. Тут достаточно, тут больше ничего не нужно на карте. А что еще на карте надо? Ну, торговать с другими городами, например. Ты так просто в магазин относишь. Так, смотрите справа. Вот ты прям сюда заедешь? Давайте справа смотрите, а я буду слева поглядывать. Мало да ли. Да выходим! Куда выходим? Пошли. Вот а... медведь ходит впереди. Вон, я вижу слева. Слева я вижу. А я прямо вижу. О, бежит к нам. Бежит у меня. Есть. Эй, вы всех медведей без меня перестреляете. А нет, ну-ка, прекратите. Прекратите сейчас. Во, идет еще один, слышишь? Охоти его. Я никого не слышу, никого не вижу, блин. А что ты вырезал? Вот идите сюда, слышите? Ну это? И что? А я разделываю уже. Там просто еще одного медведя я видел. Алина, хочешь еще ну, медведя? Ты, главное, сразу не разделывай, я машину подгоню. Да нет, где? Я сейчас сюда. В общем... Блин, я думала... А, тьфу ты, ёкало мне. Я думала, это заяц. Заяц, конечно. Заяц в вагон. Ой, так, я сейчас на этот, на свой, я, короче, на дорогу все выкидываю. А потом вы? Еще за одним медведем побегу. А где он? Вот, иди сюда, где я, вот, иди сюда. И он вот в той стороне где-то ходил. Потому что я Тексеру сказал, а он как раз разделывал тушу. Так ты его, это, к дороге выманивай. Ты его агреем. Да. А, ну, давай. Чтобы далеко не носить. Я просто не знаю, куда он ушел. Вот в чем проблема. А одному бегать здесь. А давай видно. Просто контрольный выстрел такой. Да ищи. Ты думаешь, он сагрится? А фиг его знает. Ну, мы не знаем, как устроена эта игра. А, вот, за тебя волк сзади. Волк? Волк тоже съедим. Класс. А вы где? Класс! А-а-а. Блин, два мяса только. А, ну давай их и отнесем тогда. Подожди, а если тут был волк? Ну, еще где-то волк. А, кстати, а может быть это волк и... Нет, я точно медведя видел. Алина, куда ты побежала? Я смотрю, вот, может вон, быть вон, еще медведь, где-то волк. Вон, медведь, вон. Где? Вон. Я никого не вижу, я смотрю. Вон, смотри, дороги веди. Короче говоря, стойте, берите мясо, я побежал за медведем. Вот, иди сюда. Тебе кусок и мне кусок. Бежим за маэстро, за мясом, за новым мясом. Да так, во. За новыми приключениями. Да я знаю, что мы не унесем. Так, все, я его сагрел. Ура, беги к этому, беги к машине. Дороге. И к дороге бегу. Медведь, у-у-у, медведь. Маэстро, а левее. А вы за медведем. Бегу. А, вы в другой стороне? Ну давайте сейчас. Машин там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стреляйте! Глеб Егорыч, стреляй! Стреляй, Глеб Егорыч! У нас мясо в руках. Блин, а у меня... А где? Все. О. А у меня патроны закончились, и я забыл перезарядить. Поэтому... Так, ну тут уже не влезет. Больше мяса не вме... А, подождите. Да не влезет. А, на крышу? Сейчас я буду... Сейчас экибану сделаем, да. Шаманить. Короче, сейчас я посмотрю. Не, здесь. Это слишком большой кусок. Мне нужен кусок поменьше. Че? Рубить дерево? Нахрена мне рубить дерево? Непонятно. Да блин, заберись ты, балда, балбесная. А, слушайте. Да, я вижу. А волк, кстати говоря, непонятно откуда прибежал и... А больше не ставится. И походу его Алина сагрела с этим выстрелом. Ну вот я выстрелом. Один поставил. Один можно было, один поставил. Нее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 ee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 e
То есть два все по-любому остаются у нас. Так, ну поехали. Не, маэстро, она так выпадет. А зачем ты снял сверху его? А я не снимал, сверху он так и лежит.
Не, мне казалось, два лежало. Нет, один. Ну все, все, залезайте, мы больше не запихаем. Подождите, я сейчас такой большой кусок тогда возьму, он дороже стоит. Давай. А они все одинаково стоят. Не-не-не, по-моему, большой кусок дороже, народ. Да нет, кажется, все по 35. Да ладно. Долго нам собирать. Да? О, стой, медведь, стой. Опа. Маэстро, что тебя будешь делать? Сейчас тебя сожрут. Ты его не подроши только. Блин, мяс побросали за станцию. А что делать? Да потом бы вернулись. Все, я всё, короче его... Не разделывай, пусть он валяется, мы за ним вернемся. Хорошо, хорошо. Маньяки охотничьи. Но... А, медведи, давай из машины прыгать. Дорвались, так да. Нет, он ударил лапой, и я свалился. Во, стой. Что, блин, маньяки. Ну, олень, за оленем будет бегать. Да хватит, да едь, короче. Пойдем. Потом вернемся еще. Да, Майзер, как он долго будет бегать. Выкинул мясо. Он мясо выкинул, да. А хоть сумасшедший. Встаньте уже от этого оленя. Сука, ушел. Поехали. Собака, блин. Они тут все равно рядом с магазином бегают. Их, блин, можно в любое время замочить. Вот эти два оленя. Вот это уж когда все ничего не останется, а уже 3 часа. Сейчас мы все патроны истратим, больше на патроны потратим, чем это. Да я думаю, мы сейчас того медведа и остатки мяса заберем, наверняка в ограде еще один медведь сидит. Но не факт. Факт! Не факт. Они заспаунились уже. Эй, должны я были, хотела да. Мясо. Слушайте, а вот это на самом деле разработчикам минус. Какой? Ну вот это вот куча мяса, да, и на нем просто тупо. Понимаешь, а как миллионы. Ты будешь наш день зарабатывать? Тут все эти курицы очень долго все. Вот. Просто мотать дни. Да. Так вот и оно и должно быть так. Ну а как ты... Ну а как фермеры? Зато тут какой-то текст имеет в виду какое-то разнообразие геймплея, да, чтобы продвинуться немножко. Не, либо хотя бы, чтобы не так дорого это стоило мясо, знаешь, чтобы не так, чтобы ты забил... этого медведя, а у тебя там 600 монет сразу. Ну понимаешь, мы сейчас каждое мясо смотри. Вот смотри, мы сейчас привезли на 420 этих, да, монет. Угу. Так вот, понятно. Было бы интересно, ну, было бы прикольно, да, ты можешь мясо там бегать, собирать, но у тебя бы вот привез целую эту машину, а у тебя там, я не знаю, 50 монет. А смысл туда возить? Нет, а смысл тогда можно... Смысл? Геймплей. Бегать, что-то делать и так далее. О, стоять! Олени! Мы сейчас мясо получим. Да не попадет в него так, поехали. Мы заработаем. О, попал. Эй! Вы что? Я же снайпер. Я же недаром. Я не буду заморачиваться, я вот помяшу. Я недаром же играю в State of the Decay. Да это дикая такая аркад галимая. Я сначала было хотел, потом не знаю. Ну не знаю, прикольная. Так, подожди, а где мясо другое? Там стрелять одно можно. Одно я унес. Ну что, я да стою. Я тебе специально пододвинула. Я стою, жду вас, короче говоря. Бежим. А че просто бежать? Надо на машину садиться и гнать. А там всего 3 куска, че гнать? 3 куска, да. Ну, прибежали и унесли. Так а мы на машине потом отсюда сразу рванем на продажу. Зачем? Чтобы не бегать. Конечно. На машине ты быстрее будешь так, это где? Ездить. Я здесь. Правее. Берите. Я по карте смотрю. Вот, про монотонность процесса. Если делать мясо дешевое, то тут как минимум досками-то не торгуем, правильно? Они же тоже по копеечке. Кстати, ну да. Ну так не будешь заниматься. Мы просто буду. Сейчас на мясе заработаем и уже тогда станем фермерами. Вот и все, ребята. Так что, на продажу? А видим? Пока. Да, на продажу. Так, по крайней мере, с этого мяса можно развить свою ферму. А почему? Так, по я яйцу, бы... если продавать по $3 за яйцо, это ну. Я бы доски-то разторговал. А зачем тогда доски надо было, это лесопилка? Но доски, по идее, чтобы строить. Ну, что-то у них мало досок. Ну, во-первых, строительство, ты сначала все это покупаешь, потом пару досочек кладешь и все.
Я бы на досках... Нет, подожди, если бы мясо даже было дешево, я бы доски сейчас продавал. Если бы мясо не было бы охоты, доски продавал. Так и пофиг. Но опять же, ты же занимаешься, ты же развиваешься, да? Продал сотню, получил сотню, да? Пошел еще куриц накупил. Или свинку. Да, ну не, ну ты просто запаришься уже. Запаришься на эту игру и скажешь, и у тебя деревья кончатся возле дома. Конечно, новые-то не растут. Ну а так получается, вот это вот, блин, пройти за 2 часа игру, да, при этом заплатив за 400, за 500 рублей. А если тут будет вся живность, то за 2 часа не пройдешь. Тут живности всего ничего. Да. Тут куры, свинки, ты корова, и все пока. А посмотри, какой список там большой. Ну, что там? Да, там лошади будут, бараны или кто там, овцы. А лонгхорн, африканский буйвол, козел, лошадь, овца, шотландская корова. Ну. Потом тесак для чего-то. Это яблоки, корзины с яблоками, ящики. Да. Не, лопаты, ну хорошо, ящики бы вот эти всякие. Грабли, тачки. Да. Ящики, а может, ящик возить? Не, ну ладно, там всякие вот эти грабли, тазики и так далее, это фиг с ним. Там баки для воды, это понятно. Но живность, хорошо. Ты лангхорн берешь или африканского буйвола? По идее, что с них? Шерсть либо мясо, также забивка. Ну то овцу стричь. Ну, овцу стричь. Ну, то есть у тебя будет уже целое хозяйство, и ты всем этим будешь заниматься. Да. Один пьяник поначалу, ты можешь только проматывать время и ждать, пока они там что-то нанесут. Ну, так а здесь и получится... То есть такой геймплей... Тут хоть как-то геймплей разнообразится. Ну, так буйволов ты даже если купишь, ты также будешь проматывать время, потому что они сразу тебе не дадут... Так, мне кажется, надо домой ехать. Мы вряд ли уже до 9 часов. Ну, как тут ехать? Ну, накидаем мясо, конечно. Вообще нам бензин бы надо. Да. Тем более сейчас 7 часов, и нам до 10 часов все равно сидеть здесь и ждать, пока... Нам бензин не будет. Мы сейчас за бензином еще поедем. Так, у нас там, по-моему, мясо осталось. Блин, вот Алина прям вот на то место, которое я хотел. Ну, а вот такая правила жизни. Да, как говорится, не щелкай клювом, да? В большой семье клювом не щелкают. А где у нас еще медведь был? На дороге прямо? А, стоп, стоп, стоп. А. Вот его вот, набрали на дороге. Да. Ну, мы не забрали просто мясо отсюда. А, ну на самом деле можно на ферму поехать, только с фермы надо будет утром сразу за бензин. Да не, давай за бензином сейчас поедем, он же не так, закрывается. Я... Далеко. Ну, далеко, по этим. Так зачем, напрямки езжай. Сейчас, напрямки ориентир-то нужен. Ориентир. Да слушай, поставь ты эту метку. Может, еще какого-нибудь этого забьем, а, по пути? Какого-нибудь охотника или фермера. Какого-нибудь охотника. Кстати, тут есть домики всякие. Вот охотничий домик я видел. А там ничего нету, я заходил. Там да, даже... там ничего пока нету. Но я надеюсь, да они не добавят потом всяких NPC, знаешь, и ну, задания, давайте. Может быть. А фармер династия покоя не дает. Да нет! Ну, типа там охотник скажет, принеси мне там медвежьего мяса, или целого медведя пригони. Да, навряд ли, навряд ли. Найди симпатичного NPC, создать семью. Ага. Я, блин, так и не могу подарить ничего девушке. Алина, ты хочешь из фермы, из ранчо сделать сим-симулятора, да? Но мне сказали, что надо 100 тысяч социальных навыков, чтобы я... А, блядь, это муча такая, да. Ты так, не поедешь. Я в магазин еду. Ты в магазин, да. Развернись. Да. Наоборот. Я метку просто ставлю. Ты метку не ответ, поставишь. Да, ну и... Надо так... Подожди, так, а чего ты говоришь, что тысяча навыков социальных? Это династия, которая фермер? Да. Там долго комплименты делать, потом только... Да, это... Ну, там не только долго ходить, долго комплименты. Мне сказали, что в принципе, пока у меня столько очков не будет социальных, я ничего не смогу сделать. Да, блин, дурацкая игра, на самом деле. Там интересно только в самом начале в порядок приводить эту ферму и все. Ну да. Да, мне тут это... Пользователи тоже говорят, а поиграй, типа, в этот, который... Дровосек. Типа, Ламберджек, да. А это же такая же, это же от этих же разработчиков такая же херня. Там что-то я находил в ней, когда вот играл.
там даже они не меняли интерфейс в игре. Да вообще там никак не меняли. Династия упоминается. Так она в один, только единственное, что ты занимаешься лесозаготовкой. Да, они картинку поменяли, по сути. А при этом лесозаготовка, она нахрен не нужна, потому что больше занимаешься вот этими... Но она вообще не нужна. Я посмотрел, я же ее в Steam вернул обратно. Ну... Так, а некоторые считают, что это разные. Говорят, нет, это, блин... Говорят, что это разные, что там это, там заготовка, а здесь ферма. Я говорю, ну да, конечно. Ну вот я поиграл, у меня закрались подозрения, я посмотрел, как народ его проходит. Там заготовки дерева вообще нету. То есть вообще. Да вот именно. Пошлите с... А, слушайте. Там наши фляки живы, не? Слушайте, давайте заберем яйца, потому что... Хряки нормально живы. Утром будут, кстати говоря, это... А кормушка не заполняется, все нормально. Так, Арина, а что ты сказала, бак что... Бак не выели, бак тоже полный. Что, хочешь сказать, что курицы, это, голодные, что ли? Я заполняю кормом сама. Ну, утром их достанем. Не, ну курицы заполняешь, потому что у нас курятник нет, некомфортно. Ну да, некомфортный курятник. Комфортный, комфортный. Кстати, давайте комфортный сделаем. Че, вот прям сейчас в ночи? Прям сейчас в ночи. А, слушай, кричит, это, Алина, кричит. А может быть, пока они спят, посмотреть там эти яйца? Ну, есть ли у них там? Пока спят, они просыпаются. В смысле? А. Ну, та курица, у которой сперли, она просыпается, начинает охотиться. Ну, она одна просыпается. Ну да, так ее-то во всяком случае загнать обратно можно. Ну да. Они так по одной выбегают. Они выбегают только те, которые проснулись, а остальные просто топчутся там и все. Ну чё, ты... Ну и чё, а его обновить нельзя, да, вот этот комфорт? Нет, сносить надо. Надо этих за раз туда переселять новые, а этот сносить. А, вот, ну, есть, да, вот, можно еще, знаешь что, кормушку сюда поставить. Конечно, обязательно, там без кормушки не работает. Вот, я про это и говорю. Надо же кормушку. Потом... О, вот кормушка. О, кормушку поставил. Все, мы я смотрела, нет, ничего. Все сделали? Ну, все. Только вопрос. А это что, нужно будет бегать самому, этот, как он называется, заполнять это все, что ли? Нет, а вот этот должен заполняться из бумаги сам. Вот этот здоровый? А вот яйца носить задолбаешься, я так чувствую. Тут лотков-то нету. Нету. Вот я про это вам и говорю, да. Но я не говорю, я думаю. Чё вы мысли не читаете? Чё вы мысли не читаете? Так подожди, наверное, они будут... А, нет, ни хрена, слушай. Но есть надежда, что они внизу будут сидеть, а мы в это время будем наверху все у них тащить. Ну да, вот я тоже... Хватит светить фонариками, я не могу понять. Это тут яйца обычные или нет? Пошли спать. Все, пошлите, да. То время идет. Чем мы в ночи шарахаемся? Идем посмотришь. Тем более у меня, блин, а у меня хватит ли места? Блин, место. Да. Не дает мне ничего посмотреть. Пока. Спать гонит. Вообще. Придется. Пионер вожатый сказал отбой, значит отбой. Не видела тут пионер вожатый. Текстер у нас пионер вожатая.